Всем привет! В этом видео хочу поделиться впечатлениями от своего приобретения. Это лак для ногтей Noob. Это новинка на рынке Украины. Вот в таком вот стильном флаконе находится. Красивый дизайн. Производство Франция. Мне он очень понравился. У меня цвет номер 2. Он такого баклажанно-коричневого цвета с золотыми шиммерами. То есть он в зависимости от освещения меняет свой цвет. Где-то вот в одном освещении он коричневый, в другом более баклажанного цвета. Сейчас я покажу, как он выглядит. Вот такая вот у него консистенция. Очень хорошо раскрывается кисть. В один слой он уже достаточно плотный. Сейчас я покажу. У меня он есть нанесен на ромашке. Здесь покрытие в один слой. Так вот он выглядит. И сейчас я покажу, как он ведет себя в работе. Так вот он выглядит в два слоя. Цвет невероятно красивый, очень красиво переливается и в дневное время, и вот в такое вот вечернее при лампе. Также я еще приобрела с этим лаком для ногтей от торговой марки Noob. Это матовое покрытие и вот такая вот сушка-закрепитель Need for Speed. Действительно, лак с ним сохнет быстрее. И он становится еще более блестящий, такой вот у него красивый блеск получается, чем самостоятельно. Он сам по себе очень красиво выглядит, но вот с этим топом он становится еще намного красивее. И вот у меня есть этот же цвет, покрыт матовым топом. Так вот он выглядит. Это я покрывала вот этим матовым топом. Мне он очень понравился, консистенция у него классная. Сам по себе он, в принципе, сохнет недолго, но вот с этим вот средством, которое Need for Speed, он сохнет значительно быстрее, то есть буквально 2-3 минуты. И вот так вот он выглядит с матовым топом. Мне лак очень понравился, я его всем рекомендую. И такой лак очень классно, мне кажется, на какие-то маленькие комплименты, да, на какой-то подарок, потому что бутылочка выглядит очень солидно. Недешево. То есть очень классные подарочки. Цветовая палитра у них очень богатая. Я была в магазине, я видела. В следующий раз возьму, попробую еще какие-то другие цвета. Вот пока что у меня вот такой вот. Всем рекомендую его попробовать. И спасибо, как всегда, интернет-магазину Naomi24 за качественные товары, которые я приобретаю у них постоянно. Если мое видео было полезным, оно вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. И вот еще раз показываю, как выглядит этот лак для ногтей. Всем пока!